Меня зовут Дима. Шедевры проекта. Я решил совместить его со своим хобби. Мое хобби – это прогноз спортивный, соответственно, делать виртуальные ставки. При выборе ставки я обращаюсь ко многим источникам, таким как там, ищу результаты прошлых встреч, команд, статистика. И самое главное – читаю мнение каких-то экспертов по каким-то там чемпионатам. Соответственно, решил сделать телеграм-бот, который бы искал с многих источников информацию и прямо, чтобы не лазить по многим сайтам, там, допустим, по 6-7 сайтам, чтобы просто все в телеграме у тебя выдавалось в клавиатуру, и ты буквально нажатием одной кнопки получал какую-то нужную тебе информацию. Соответственно, начал я пока только с одного источника. Это, собственно, он, это сайт. С него есть, как вы видите, много чемпионатов. Соответственно, сначала я пытался в Telegram выводить информацию прямо с него, но сайт оказался очень медленным, и я просто в конце ждал секунд 20 одного там, пару строчек текста, и, соответственно, в Телеграме это было бы еще дольше. Поэтому было принято решение создать базу данных, которые бы у меня есть. Все чемпионаты, подгружаются события, там, в скобках сколько прогнозов сейчас есть на этом сайте, собственно, прогнозы, игры. Все они между собой связаны. И, в общем, главным результатом был Telegram. Сейчас завис. Просто мы вводим команду предлагаю чемпионаты, на которые есть прогнозы сейчас там на сайте. Мы выбираем любой нужный нам чемпионат. Нам предлагают количество игр с прогнозами на этом сайте, на конкретно этот чемпионат. И сейчас, секундочку. Мы выбираем игру, и нам загружается прогноз этого чемпионата. Ну, то есть, пользовался всеми изученными нами SQL Alchemy, Request, Beautiful Soup, Time, Telegram, поэтому Telegram Bot. В будущем планирую, пока данные я забиваю все сам, вручную, в базу данных, планирую посадить все как бы на Acron, чтобы все по расписанию мы команды выполняли, забивали базу данных, чтобы пользователи сами, в общем, автоматизировать.